Друзья, ну что, всем привет, меня с днем рождения, вас с Рождеством Христовым. Вот приехал за сеткой, и представляете, одна есть толстая, и вот она. Представляете, как раз мне эти четверки вам легко гнутся, а это уже потолще. Все, забираем. В общем, мы работаем, всем пока. Бандерлоги, а ну сюда иди. А ну сюда иди, малыш. Валдо, иди сюда. Ну идите сюда, я все. Давай, иди сюда, быстро, иди. Валду, ты умница, давай. Валду, молодец. Только давай. Нет. Ладно. Защита. Да, пожалуйста. Вы меня с днем рождения поздравляете, что ли? Да ну спасибо вам большое. Ай, красавчики, ушки у некоторых встают опять. Милые ребята. Так, я взрослый сейчас. Так, я все взял. На утепление будки взял. Будок взял. Помощник. Ой, уже боюсь что-то говорить. Должен мне тоже помочь. Человечек. Хороший. И, в общем, что хотел сказать. Да, мои сладкие. Да. Так, а что я хотел сказать, друзья? В общем, такие пироги. И это... Сейчас хочу вот сегодня, в мой день рождения, хочу вот тут сделать им, чтобы они здесь уже ходили, гуляли. Потому что так будет правильнее. Чтобы уже крушили там, что хотят. Потому что следить вот это вот жалко. И занавески, и все остальное. И гости... Ну, давайте не драться. Так, я сейчас хочу... Блин. Носятся, играются. Дети мои, пузятики мой. Тимой, дракончик мой. Тимой, дракончик мой. Я говорю, друзья, вы представляете, когда им будет 5 месяцев, это что за пушки будут? Они же сейчас... Нельзя, говорю. Я вам сейчас сделаю. Ага. Хорошо, я на сухом корме их держу. Это очень сильно спасает. Так, а ну пойдемте все гулять. На ту территорию идите гулять. Давай сейчас закрою, темно. В общем, будки утеплим до холодов. Я вот думаю, блин, один вольер бы освободить, чтобы они в вагончиках холода вот пережили. Но куда кинуть, блин? Ну, Тимми-то можно в будку с колоком, но не хотелось бы. А ну давай, тролливали, погнали. Так, все вышли? Отлично. Все, я просто почему это делал, взрослых сейчас отпущу, они за мясо могут малых тронуть. Так, ладно. Что-то? Что это? Что они за машины? Странные ребята. Так, ладно, взрослый. Эй, красотка, иди сюда. Веста. Иди сюда. Весточка. Веста, иди сюда. Блин, то бежит вечно. Молодец. Вот так. Нет. Опа, пойдем гулять гулять. Опа, нет. Все, побудьте здесь, пожалуйста. Иду. Я на связи. Иду. Так, отпустим, наверное, Кимми. Или Муссус, блин. Так, тише. Так, ладно, Кимми, а то она с ума сойдет, она ж покушать должна, мясо все. Она сейчас найдет, уже нашла. Так, подожди, потерпите, ну потерпите. Пусть поест, красотка. Как она хорошо стала выглядеть, прям такая, прям красотка становится. Так, друзья, ну что? Приехала машинка за товар.
Ириночка, спасибо вам огромное, всем моим подписчикам за поздравления. Низкий вам поклон. А Ириночка, вы просто чудо. Спасибо вам огромное за подарочек. Низкий вам, самый низкий вам поклон. Спасибо, искренне ценю, уважаю. Спасибо вашей семье всем. Так, лишь бы колобка надо прикрыть, а то сейчас он... Стой! Стой. Так, спокойно. На машину. Со мной в город пусть прокатится. Пойдем. Иди. Стой. Пойдем. Идем. Долги отдавать. На, вы чуть чумазенькие щенки испачкали. Ну, здрасте. Мы в наморднике, мы редко в наморднике. Молодец, Пакиш, это мой первый. Из-за него я переехал сюда, Окса. Вот из-за него моя вся жизнь вся изменилась. Потому что я это... Короче. Махины еще дома, там ряхи вообще еще больше. Не бойся, он просто грязный, мне щенки его испачкали. Подожди. Просто это, в этом... Не бойся, он нас как людей любит. Молодец. Все, Спак, иди сюда, Маш. Мамочки, я боюсь. Не бойся, они очень добрые. Я тоже раньше боялся. Не видела? Ничего здесь не заметил. Спасибо. Стой, сидеть. Спайк, сидеть. Слушай. Хорошо. Молодец. Сидеть. Чем кашляет? Жди. Да, у него хроническое, блин. Вот с квартиры приехали в час. Потому что, да, шизы мелкая. Да. Ну вот он вечно мучается. У него аллергия. Mm-hmm. С полутора лет как пошла, так и бедный. Вот. Такой породистый, да? Потом мучайся с ними. Ну не все, вот все остальные пофигу. Да? А этот вот такой. Иди сюда. Все, спасибо. Да. Так, ну что, пойдем. Там где-то собачек гавка. Надеюсь. Пойдем. Так, в магазин сейчас зайдем. Ой. Спайку намордник понравился этот. Это силиконовый заказал. Стой. Силиконовый заказал в этом. Валберс. Я же сейчас пользуюсь Валберсом. Иди. Тебя собака укусила. Ты вроде пока человек, я говорю. С праздничками. Взаимно. Так, ты меня будешь сегодня поздравлять? А, ты занят? Сам старый других. А? Сам первый, как его зовут? Да, Спайк. Че, узнал, да? А вот это. Ну, бедный грязненький, я вырез, да, мусор сын его. Молодец, Спайк, иди сюда, сильно не мешай. А он не мешает, прикольно. Молодец, Спайк. Так, ладно, мы так, чисто прогулка резко у нас. Андрей, я что хотел тебе сказать? Это Спайк? Да, Спайк. Это наши подписчики, грубо говоря, да, зрители. Пойдем, Спайк, пойдем. Ну, ребят, Оксана столько хвалила. Какой, говорит, окрас. Я говорю, блин, он про себя думал, он грязный, ты еще не видела. Мусу, думаю, остальных моих. Так, ну Спайк это душа, его все любят сразу. Располагает к себе одним словом, сходу. Молодец, Спайк. Вот так, кстати, заметили, меньше кашляет стал. Че за система, я не пойму. Когда он рядом со мной, меньше кашляет. Ну это не аллергия, думаю, на вольеры. Давай, машина, Спайкиш, прыгай. Сейчас намордник уберем, он прыгает. Намордники не особо ему комфортно. Прыгай, Спайк, прыгай. Молодец. Ты моя ладость моя. Молодец. Ой, красавчик. Как они тянут сильно, стой, Спайк. Намордники на всякий зовут, кошка нагло. Спайк-то терпеть не будет. Нападет. Так, друзья. Наверное. Вот эта кошечка. Ну, Спайк молодец у нас.
Друзья, наверное, сам пипец, конечно, резинка моя порвется. Они тянут-то мощно. Друзья, наверное, самый лучший будет для меня подарок. Самое, наверное, лучшее — это найти эту собачку. Как-то ее полечить, не как-то, а отвезти уже, все, как говорится, работает. Но никто не... Я один раз ее видел, все, даже вот в магазине никто не видел. Я не знаю, где она, бля, она старенькая. Все может быть, может, блин, ему это хватило, потому что на самом деле он старенький был. Он такой, ну, знаете, такой, на полсилы двигался. Друзья, честно, вот очень бы хотелось помочь. Вообще без проблем. Че, курочку ритал спекушь? А где его искать? Что его? Никто его не видит. Тогда вышел же, покушал, вроде аппетит хороший был. Не знаю, блин. Очень бы хотел сказать. Нельзя, Спайк. Ну зачем ты это делаешь, малыш? Нельзя. Я понимаю, тебя там расхвалили. Друзья, честно. Не знаю, что сказать, знаете. Как оправдание все звучит, но я искренне не хотел этого, искренне. Я его сам подкармливал. Бывают, знаете, некоторые собачки такие дерзкие, наглые, хочется аж в натуре, думаешь, вот получишь, ты поймешь, что ну дайте нам спокойно гулять, да? А этот, ну, гавкнул, бедненький, и убегать. А тут порвалась, сволочь такая. Ну, для меня это бесценный урок. Как говорится, мне это отвечать за это. Не обязательно по букве закона, да? Это жизнь, вы знаете, здесь многие как бы... Ну, это вот мы такие, да, которые вот переживаем там собак. А так, это жизнь, тут каждый день что-то случается. Но не хочется, конечно, чтобы такие вещи случались. Поэтому сейчас мы будем в основной массе своей гулять на наморднике. Привет, привет. Будем гулять на морниках. Ну ладно, в общем, моя цель сейчас не просто гулять, а найти собачку. Но я не знаю, где. Может, ее позвать стоит. Но сейчас позовешь, кто-то выскочит другой. Тоже опасно. Так что, друзья, такие пироги у нас. Так, я все закупил. Теперь надо пойти работать. Погодка у нас неплохая. Настроение тоже неплохое. Только вот как проезжаю этот магазин, вечно вспоминаю за собачку. Не по кайфу становится. Друзья, всем спасибо огромное за поздравления. Очень приятно, дорогие мои. Спасибо. Искренне вам низкий поклон за поддержку. Мне очень-очень приятно. А вон и Артём, который мне должен завтра прийти. Артём, надеемся, братан, что завтра. Да, давай. Давай, брат. Так, ну. Нету, к сожалению, собак. Стой. Поехали. Машину, Спайк, машину. Давай, вот так, молодец. Умничка моя. Опа, так, умничка моя. Знаете, как это работает? Вроде и ты прям, ну, реально не специально хотел, но это уже случилось, а на душе все равно неприятно, что все так обернулось, честное слово, не знаю. Почему так? Видимо, так должно было быть. Я хрен его. Не знаю, собачку жалко. С одной стороны, уже мысли думаю, извините за такие мысли, думаю, блин, ну, а так он бы мучился. Я не знаю, дай бог, чтоб он жив. Это мой грех. Ни в коем случае не собак. Просто я, честно говорю, сам не ожидал и не хотел этого. Знаете, как бы ни было, что бы ни было, какой бы исход ни был, с одной собачкой так, а десятерым мы поможем. Поэтому всякое в жизни бывает. Я с вами открыт, искренне. Ну, вот так вот вышло, блин.
херово вышло. Херово то, что не то, что вам оправдываюсь, на душе херово. Вот честно, на душе херово. Уже себя утешаю тем, говорю, может быть, оно что-то к лучшему, про себя пытаюсь это думать. Думаю, так бы мучился. Я не знаю, честно, просто его нету, я уже мысли всякие меня посещают. А тут меня эти барбосики встречают. Сегодня уже мяска все поели, взрослые и маленькие. Так, давайте мне спать, надо запускать. Это мои счастья, мои сладкие. Ну че, беляши мои, беляшики мои. Ой, слава богу, я чуть в себя пришел, а то сегодня в 5 утра только уснул, плохо было чуть не. Что-то я это, кисломолочку, это, молочный коктейль покушал, называется. Так, а ну уходим. Нельзя! Муска, иди сюда. Так, тихо. Так, а ну идите отсюда. Идите. Молодцы. Так, нет, подожди, надо спайка их. Киарка, пусть. Ты покушала мяско. Иди, Киарка, иди. Молодцы, так, пойдем спайка отпустим. Все, сейчас обувь поменяю. Хотя это обувь, ребят, блогер. Хожу вот так вот в город. Жалко, обувь не дешевая была. Ой, полетели. И вот она что-то там дно начала прорывать. И обезьянка, обезьянки. Какие они прикольные, честно слово. Так. Так, спайк уж стой. Нет, подожди. Мы тебя расстегнем. Вот эти удобные шлейки мне не нравятся. Раз, два. Это значит было опасно. Иди, спайк. Стоп. Стоп, домой. Эй, молодец. Эй, молодцы. Спасибо. Ириночка, еще у нас одна Ириночка есть, которая тоже поддерживает. Спасибо, низкий поклон всем. И, блин, ребят, а Ирине, Тинка и Вуди, прям низкий поклон за поддержку, за все, за добрые слова. Всегда переживают. Спасибо большое. По поводу, друзья, этого самого, сейчас хотел сказать. А, Олечка, Луи, спасибо, кто у нас забрали Чарлика. Сейчас его Лео зовут. Спасибо огромное, что спайку отправят. Ингаляцию, флексотид, который у нас здесь нету, это просто наше спасение, потому что серетит очень плохо помогает. Эта сетка туда сейчас пойдет, сейчас будем делать ее. Затем, друзья, спасибо, что еще кто-то отправил с Питера флексотид. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон, ребят, за поддержку. Это дорогого стоит. Без вас я бы пропал уже, честно. Ну, тяжеловато было бы, очень тяжело. А так хоть по мелочи, но двигаемся. Спасибо большое. Какой мусор крутой, друзья. Ай-яй-яй. Какие у нас щенки крутые. Молодец. Ты меня поздравляешь. Да ты меня поздравляешь. Да ты моя радость моя. Подожди, сейчас Киарка придет, все обломает. Поздравит так, что мало не покажется. Смотрите, идет. Ой, ты моя радость, моя Киарка. Спасибо, мои сладкие. Ириночка, и вам спасибо, что отписались, что отправили флексотид. Спасибо. Всем спасибо, дорогие мои. Так, ну что, мы начинаем. Привет, мои счастливые. Проходите аккуратненько. Молодец, спасибо. Я. Иди, Финка, иди. Молодец, умничка. Ой, друзья, мотаюсь. Маску пошел купил, моя уже вообще еле-еле работает, глаз уже хоть выколи. Ребят, уже без 10:05, я еще ничего не кушал, сейчас пойду быстренько покушаю. Суета, через 3 дня морозы, надо быстрее все делать. Работаем. Это пиво не я пью, ребят, это еще осталось, пацаны принесли, так и стоит. Кошка другая уже кушает. Мяукнула, думаю, ладно. Они там жуют все, что видят. С мешков хавают, а я делаю. У меня день рождения, я работаю. Как папа Карло. Так, все, готово.
Ну, готово, что не до конца, но... Фу, хорошо я вымерялся, блин. Все, завтра уже сделал руки. Замок, не замок. Ну, пойдет, друзья, пойдет. Вот так, видали? Пац. Лунка, ты меня поздравлял, Крутяна. Подскули. Да ты мое солнце. Да ты мое солнце.